Всем привет. Вот и пришло время, когда можно все-таки взять и поставить вонючий, который я купил до того, как машину отдавал в ремонт. В общем, будем ставить этих ягуарчиков. Тут все очень просто. Берем ягуарчика, отклеиваем двусторонний скотч. Для этого понадобятся ногти и хорошее зрение, блин. Ни того, ни другого, как вы понимаете, у меня уже нет. Да, как говорится, старость. Прикиньте. Вот, по меркам Кируси, так вообще старые, как динозавры уже мы. Тридцать лет разницы, если, то ребенок считает, что это, блин, уже динозавры. Ну а если больше, то там еще видели, как динозавры появлялись, наверное. В общем, вот так вот открываем, выбираем хорошее местечко. А. Вот. Ну и как бы начинаем это все дело лепить. Я вот придумал, что поставлю себе вот сюда. Вот так. Ну, тут воздуховод и более-менее будет попадать. Но таких вонючек будет стоять две. Вот. Поэтому сейчас берем и плавно устанавливаем вторую. Соответственно, на ту сторону, пассажирскую, будет она стоять там. Ну, только может быть, наверное, возле стекла где-то. Сейчас я ее быстренько тут зачищу, пока Геннадьевна не пришла. Хоп, мы ее быстро поставим, ну и останется только зарядить. Вторую кину вот сюда. Надеюсь, не отвалится и никакой шкоды не сделает. Вот. А теперь будем делать самую главную вещь, ради чего это все затевалось. А вот, значит, поставим супер запах. Вот такие вот вонючки. Якобы это этот самый Xiaomi подразделение. Ну, не знаю, так это или нет. Вроде бы как ягуарчики сами по себе добротные, железные. А вот. Берем, просто кидаем вот так вот сверху. Ну и закручиваем дозатор. Вот и все. Там чуть-чуть торчит и немножко воняет. Все. Дальше будет видно, как эта штука часто будет меняться. Ну, в принципе, запас еще есть, поэтому как-то так.